так вот, смотри. Ну что, мы уже возле океанариума. Это Нью-Брансвик океанариум, который находится в Шипиган. Так, площадочка здесь. Смотрите, вот океанариум. Ну, прикольно, вон, типа, космонавт, видишь, еще как-то. Данька сфоткает. Раньше, а вот это никогда... Это здесь есть у них. Красотища, красотища. Смотри, ветряки там, кстати, энергию добывают. Видишь? Сейчас мы пойдем тут погуляем. Пошли. У нас есть час. Thank you.
Блот. Вот это идея. Папа, знаешь? Знаешь, папа, я когда-то видел человека типа такой штуки. Но только маленького бейби такого. То есть же враг. Вот и здесь. Le coq c'est le blanc, vous voyez la volée. Blanche, blanche, c'est les coqs. Les grosses, grosses, ça c'est les palos. Marcel Julien. Pas de l'eau. Mais c'est quand même, c'est un surtout lui. Тяжело очень, потому что вода такая холодная. Скелепс. Гребешки. Вот это гребешков. Убийца. Блин, холодная вода вообще. Наверное, температура как-то. Oui. Oui. Mais si tu vois dans un restaurant là, sur le bord de l'eau, oui, ils vont servir des coques. Ils essaient de manger. Видишь, ты как под лицом к нам, пузом к нам. Где ты видишь? Я считаю его. Ну таких три. То не он. Ну все, вот три. То сет. Заметила? Да? Мне кажется, их сейчас будут кормить. Видишь, они куда-то ушли? Вот да. Это желудок, кишки. А это, я не знаю, что это. Кость. Нет, вот смотри. Видишь, как разрезали? Появляется такая, такая, потом моллюск больше, больше, и вот уже рыбка, звездочка вот, вот. Что-то подсвечивается тоже вот какие-то. А, это креветки. Тут дыши, дыши, ты давно даже живой, нам еще домой ехать. Сорок пять? 46, молодец, браво. И что теперь? Я сейчас почитаю. Все, шесть их сможешь. Давай я попробую. Я что-то не понимаю. Так, надо сказать, какая рыба. Это чё? Считается с той рыбой и с той. Я знаю. Красиво, правда? Да, очень красиво здесь. Вот наш двухдневный трип. Ну, почти однодневный. Сутки. Два дня, как это? Два дня. Ну два да, два дня. Мы уже отгуляли. Пора уже возвращаться. Пора домой. Возвращаться. Уже темнеет. Днебранцевик наш красивый, что мы можем сказать. Надо ездить смотреть. И есть что посмотреть, в принципе. Реально есть. Красота. Вот. Красиво. Красота, и красота. Я понимаю, что хочу жить возле воды. Это очень круто. Красиво. Там яхточки. Красивые виды. Пахнет везде океаном. Красота.
что вот мы вернулись со своего путешествия, мини-викенда на 2 дня, и в почте нашли вот такой вот конвертик. Будем открывать. Это сюрприз.